На улице Урицкого продолжается строительство школы на 825 мест. Новое общеобразовательное учреждение возводят на месте 13-й школы, которую снесли по программе реновации. Подробнее о ходе проводимых работ расскажут мои коллеги. Эти кадры были сделаны в августе прошлого года. На улице Урицкого начали заливать фундамент будущей школы. Сегодня на этом месте уже стоит четырехэтажное здание П-образной формы. Работы по его строительству завершены на 70%. На данный момент закончена монолитная конструктив полностью, да, полностью оплачены и практически установлены стеклопакеты все. Соответственно, полностью все подведены все коммуникации, смонтированы все инженерные сети, готовы на 95%. На данный момент ведется отделка, внутренняя отделка помещений в школе. Собственный пищеблок, столовая на 425 мест, актовый зал, библиотечный блок, информационный центр и 5 помещений для занятий спортом. Новая школа будет соответствовать всем современным стандартам. На ее территории построят стадион, которым смогут пользоваться все желающие. Современная хорошая школа, где я думаю, что за последние годы мы научились строить подобные школы. Есть современные проекты. На сегодняшний день я оцениваю застройщик, достаточно профессионально все здесь делает. Мы постоянно мониторим, постоянно находится на контроле само строительство школы моими коллегами. Строители полностью завершат работу в июне следующего года. Затем в новой школе начнется подготовка к встрече с учениками. Она состоится 1 сентября 2023 года. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.